Всем привет! Я в магазине Fix Price. Смотрите, какие у нас чашки новые. 360 миллилитров. Состав керамика. Три расцветки. На вид ничего, симпатично. Тряпочки. Как елочка. Тряпочки у меня во всех видео, потому что они постоянно разные. Полотенце банное. 199 рублей, 70 на 140. Это вот такие же, вот как маленькие. А это большие. Производство Индия. Тоже яркие, красивые. Смотрите, какие подносы привезли. 32 на 23. А вот какой веселенький. Полипропилен. Видимо, 55 рублей. Игрушка-планшет для рисования. Почувствуй себя юным художником. Смотрите, в виде паровозика. В виде домика. Просто доска. А вот эти колонны разные. Вот классик. В прошлый раз, в прошлом видео я показала два аромата вот таких. А здесь смотрите, какое количество. Легенда, сильвер. Такой. 77 рублей, 50 миллилитров. Мужская туалетная вода. Опять я вернулась к этим снежинкам. В общем, я взяла в прошлый раз синие и этого снеговика. А на окнах мне понравилось, как смотрятся вот эти серебряные. Те я повесила на зеркало, а взяла еще 4 серебряных и повешу на окно. Синие смотрятся как просто темное пятно, а серебряные прям как снежинки настоящие. И вот такого поросенка хочу взять. Или на аквариум повешу, или на зеркало на шкафе-купе. В общем, вот так. 55 рублей. Игрушка-автомат со звуком и светом. С этим ружьем ты одержишь победу в игровом сражении. При нажатии на курок автомата раздаются звуки стрельбы. Для тех, кто мечтает стать воином или полицейским. Здесь указана схема по замене батареек. Опять у нас новинка. Аромадиффузор. Или диффузор. Ай, наверное, кому как нравится. 199 рублей. Все равно я правильно не скажу. Ванила. Что же такое? Так, давайте посмотрим. А, вот. 8 палочек, 100 миллилитров. Назначение ароматизация помещений более 12 недель. Способ применения – снять крышку и поместить палочки в сосуд. Чем больше палочек вы поместите, тем интенсивнее будет распространяться запах по помещению. Аромат появится не сразу. Время достижения максимальной интенсивности аромата может занять от 15 до 24 часов. Так. Это значит у нас ванила, это у нас лавендер какой-то, я так понимаю, лаванда, ваниль, это у нас не знаю что, знаете, смотрите, и это что, не знаю, Индия, очень много товара появилось с Индии, из Индии, вон палочки лежат черные. Вот такой вот ароматизатор. Блокноты с иллюстрациями. Смотрите, какие блокнотики. 99 рублей. Различные дизайны обложек. И внутри тоже. Смотрите, какие интересные. Ну, вот какие.
Очень много различных вообще. Очень много. Серебряный век. Не могу не показать. Ну, давайте последний. Ёж и кактус. Смотрите, как их много здесь. 99 рублей. Посмотрите, какие светильники. Светодиодные. Звезды. Игрушки, светильники. Что они еще нам привезут? Молодцы. А теперь та-дам! То ли луна, то ли банан. Скорее всего, наверное, луна, да? 99 рублей. Такие светильники. 55 рублей. И такие светодиодные ночники. 51 рубль. Шампунь. Не знаю название, не буду коверкать. Для нормальных волос. миллилитров, 99 рублей. Увлажнение, мягкость и естественный блеск. Гель для душа, ромашка, знахарь, бережно увлажняет тело. миллилитров, 51 рубль. Производство Россия. Такой гель для душа. 400 миллилитров, 77 рублей. Сицилийский апельсин, тонизирующий, не содержит парабены. Персидский лайм тоже не содержит парабены. Чилийский киви. И аравийский гранат. Господи, я даже не знала, что такой гранат есть. Аравийский. Магнит. Стирать скорее. Такой магнит. Узнай, что ждет тебя в новом году. Я так понимаю, надо стереть здесь. И вот. Тепла и уюта. И календарики. Давайте пройдусь по мискам. Они нам пригодятся, может быть, в празднике. Такие 77 рублей, такие 99. Такие миски с делениями. Такие мне нравятся. 77 рублей, 4 литра. 55 рублей, 3 литра. И 51 рубль, 2 литра. Емкости круглые. 2 в одном. 0,5 и 0,7. 77 рублей. Такие емкости 0,7, 51 рубль. Емкость для СВ-печей 1,6 литра, 55 рублей. Контейнер прямоугольный 0,7 и 1 литр, 55 рублей. Ящик универсальный 2 литра, 55 рублей. И такой мультибокс 99 рублей.
Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех целую и люблю. Пока-пока!